Всех приветствую на своем канале. Сей фиолетовый ролик о пустых баночках апреля. Кстати, зритель, на моем канале новая функция спонсорства. Хочешь стать моим спонсором и получать супер какие-то крутые бонусы? Нажимай на кнопочку под видео. Если кнопочка по каким-то особым причинам у тебя не появляется, в инфобоксе есть прямая ссылка после слова «Привет!». Ну что ж, начнем. Кстати, спасибо моему спонсору, пока еще единственному, Гарпушкину. Он как бы и вообще все любые другие спонсоры. И просто спасибо людям за донаты. Марина, спасибо. Наводят меня на мысль, что я впахиваю тут на благо Ютуба не зазря. И что людям это действительно интересно и не ценят мой труд. Спасибо. Короче, спасибо Лёльке. Моей подписчице есть умение, что шлет мне всегда очень полезные и крутые посылки. Вот это как раз из ее посылки новогодней, предновогодней. Ну вот, последней была. Это у нас мыло Джонсонс, Боди Кэ, Вита Рич, Смутин, Зинк или что-то в этом роде. Короче, смягчающее мыло с экстрактом папайи. Джонсон. Тут у нас 125 грамм. Сначала это мыло было кровавым, таким хорошим, давало такую пену. Я им даже пару раз тушку помыла. Но потом что-то, я не знаю, может, у меня какая-то ванна в этом доме, в этой квартире, в этом районе специфическая. Я свои мыла еще не делала давно уже, не знаю, как они себя поведут. Короче, у меня оно слегка рассохлось и до половины вот дошло куска. И стало как-то, ну, не очень так мылиться. Я его перекинула на кухню, помыла пару раз им посуду. Посуду хорошо моют. Но пену дает маленькую. Я решила его как бы оставить в пустых баночках, вот эту коробочку. А само мыло у меня потом пойдет на АСМР. Ну, я его постригу ножичком. Кстати, если хотите АСМР внепланово, а не ждать 300 лет, то третий уровень, можно сказать, такой высший спонсорство вам в помощь. Так, отличное, короче, мыло изначально было, но я не знаю, мне кажется, что это может быть дело в температуре моей ванны, потому что в той ванне на механке как бы было отопление, но только зимой, а тут практически круглогодично. Ну, не считайте две недели, когда там отключают горячую воду по району. В общем, я не знаю, с чем связано, оно растрескалось и стало не очень мылким. Но сначала оно мне очень нравилось. У меня закончились палочки индийские благовония. Медовая сладость или что-то в этом роде, или цветы меда. Это не хэм, как я думала, но сделаны они в Индии. Тут было больше, чем 10 штук, но тут как бы 10 штук в наборе. Ну, может быть, где-то типа как 11, а может 10, хрен их знает. Короче, они меня очень бодрили, они меня очень спасали. Я их покупала что-то за 77, что ли, рублей или около того в фикс-прайсе. Внезапно вот в фикс-прайсе можно купить хорошие индийские палочки. Вообще супер. Что это у нас, кстати, было-то вообще? Это чувство и эмоции. В общем, если на палочках написано, что это расслабление, то оно меня бодрит. Крайне редко, когда после палочек хочется спать. В общем, спасибо, что в фиксе продаются такие палочки. Жалко, что они у меня закончились. У меня, правда, есть еще палочки с розой допотопные, палочки с мандарином от Лёльки тоже из Тюмени. Ну, в смысле, от той же Лёльки. У меня закончились духи. Им 300 лет было, столько не живут. Я их покупала в Рыбинске, в Калине. Первый мой поход в Калину вообще. Первый раз я была в магазине, который вот такой парфюмерией и прочей фигней. Я не помню, почем я его покупала. Это ванилька такая. На мне они последнее время раскрывались унисексовым таким ароматом и немножко отдавали ирис нуаром снятости и Фрашевска. Вот такие. Это Морган для тебя. Я его всегда называю Морган де Той. Ну, на самом деле, это, да, это Морган для тебя. Морган де Туа. Потому что на некоторых просто написано было Морган или мой Морган. Это наш Морган. Они мне так нравились. Я раньше хотела собрать такую коллекцию. У меня было только три варианта. Зелененькие, вот голубые. И еще красные, похожие на цветочные диско и фреши, которые тоже снятость. Но красные у меня пока живы. А эти вот... Все, я их это выпрыскала. Они у меня, кстати, были в ароматах как раз на этот месяц. В общем, очень классные. Может быть, когда-нибудь, если где увижу, то тоже приобрету снова. У меня закончился гель для душа от Avon Senses. Подарок от подписчицы Лёли. Спасибо тебе.
Это у нас чайная коллекция, энергия ЦИ, зеленый чай, вербена, гель для душа. У меня еще такое же мыло было, тоже от Лёльки, тоже посылки новогодние. Очень классный аромат, слушайте, вообще такой клевый. Тут какая-то капелька осталась, я туда воды налью. И потом на губку вылью, и вот мне счастье. Хорошо пенился, хороший аромат, долго держался на коже, вообще крутой. Зеленый чай вербена, ну такой как бы, вот на теплое время года, вот сейчас уже самое то. Зимой бы он не подошел, потому что я думаю, мне было бы холодно с ним вместе. Тут 250 мл стандартный и 12 месяцев после вскрытия, очень классный гель. Я знаю, что это новинка прошлогоднего лета, и если вы вдруг еще в танке, но вдруг увидели и знаете, где можно купить у вас там Avon, и вам хочется, то я вам такой гель советую, очень классный. Спасибо Лёлечке. У меня закончился еще один гель, он вместе с тем гелем был на уход апреля, как раз тоже от Лёли, это Avon Naturals до тела. Сочный гранат и манго, гель для душа, освежающий, 200 мл. Пенился он не очень, честно скажу, но у него такой божественный аромат. Спрей у меня еще есть к этому гелю. Вообще кайф, я от него тащилась. И если честно, я какое-то время его немножко разбавляла, мне казалось, он таким концентрированным. Вот если чуть-чуть отбавить, он дает хорошую пену. А если вот так на губку, то... Ну, не очень. Тут еще что-то осталось, а можно тоже остатки сладкие вылить на губку. Классный. Местами туго открывался, но зато, если вдруг упадет в ванной, бывает такое так, хренак в ванной, в воду, то он не прольется. Очень классный, хороший гель. Если приноровиться к нему. Раньше мне очень нравились гели для душа Avon Naturals вот этой серии. Ну, в принципе, я в нем не разочарована. Можно сказать, что 5. Чисто уже 5 то, что за аромат. Я совершенно случайно его как-то так разбодяжила. Думаю, может, это чуть-чуть налить в какую-нибудь мисочку, добавить воды и посмотреть, что будет. Потрясти. И вот, если разбодяживать, то он лучше пену дает. Можно сказать, что он изначально какой-нибудь такой экономичный рассчитывался. Концентрированный. Вот у меня оно не закончилось, оно у меня еще и пользуется на кухне, но я его оставила в пустых баночках, потому что я как бы думала, что оно у меня, ну там, пойдет быстрее как-то. Мне надо на кухне мыло, я когда посуду мою, даже если в перчатках, я потом снимаю перчатки, мне хочется помыть руки. Это не потому, что в России почти во всем мире пандемия, и всем надо внезапно мыть руки, а до этого люди не знали про это. Про личную гигиену, это просто моя фишка такая. Короче, это продается, насколько мне известно, со слов Лёли, тоже это от Лёли из Тюмени, спасибо. Там набор такой, у меня еще такое мыло есть, вот именно такое же, еще похожее. Это, короче, в Фиксе есть набор таких мыл для детей. Крем и чистотел, туалетное мыло. Завод братьев Крестовниковых, основан в 1855 году. Маленький вариант такого мыла. Тут, кстати, 190 грамм. Я думаю, они будут долго жить. Может быть, у меня до середины лета на кухне там. Короче, вот за 80 грамм или 65 грамм. Вот точно такая же упаковочка. Я видела в магазине, где я покупала сковородку свою. Ну и последнюю посуду я там часто покупаю. Нужные вещи магазин называется. И вот там, я не помню цену, но там вот маленькое такое мыльце было. А вот большое мыльце можно купить в Фиксе. Очень классное мыло, слушайте, я им пару раз мыла тушку. Ну, в смысле тело вместо геля для душа. Хорошую пену дает, кожу практически не сушит. Но у меня кожа такая специфическая, мне иногда геля для душа сегодня сушит, завтра нет. На спине иногда так бывает, как бы стянутость. Очень классно, хорошую пену дает. В руке, правда, не очень удобно держать такой большущий кусок. Я его пыталась располовинить, честно, но у меня не получилось. Оно крепкое в этом плане. Очень классное мыло, я от него в восторге. Вот реально хорошее детское мыло. Спасибо Лёлечке. Так. У меня закончился... Да, вот я его так зверски срезала, чтобы достать остатки. Потому что раньше у этих кремов откручивалась крышечка полностью, теперь нет. Это Green Mama, крем для рук и ногтей. Сок лимона и протеины шелка. Живительная энергия в 100% натуральных эссенциальных масел. Это очень классный крем для рук и ногтей. Он практически вся та же консистенция, такой слегка жидковатый. Но это не значит, что он там дофига быстро закончится. Очень хороший крем, он у меня был и на столе, и на кухне стоял. По большей части я его таскала в сумочке, но потом я вот его юзала. Хорош для ногтей, хорош для рук. Правда, если у вас супер сухая кожа, или кожа вот у меня сейчас снова опять пошло, на стадии, когда вы проворонили, и она стала супер-супер сухой, то это уже как бы мертвого припарка. Но так вот, если у вас нормальная кожа рук, слегка сухая, или вам хочется удобрить ногти, то оптимальный вариант. Это, кстати, крем покупала по сертификату от подписчицы.
Вот как раз на Гринмаме. За что спасибо. Ну, как бы был выбор самой, что хочется купить. Ну, раньше он мне очень нравился, и на Гринмаме он раньше был в два раза дороже, чем аналоги. Ну, там, допустим, крем для очень сухой кожи рук, потом крем Дениса Зарнин, который был в 125 мл, и при этом стоил, ну, где-то около 70-60 рублей. Давно-давно у них такой крем был, вообще шикарный, там... Протеин, здесь вот протеины шелка, там кашемир и протеины шелка. Я вообще тащилась от того крема, помню, скупала его, дарила друзьям, себе оставляла, вот так вот, как бы и на подарки себе. Но того крема давно нет, а этот есть. Но сейчас, как бы, ценовая политика у Гринмамы слегка изменилась, так же, как у некоторых средств, чуть-чуть состав или консистенция, как-то так, ну, по большей части чуть-чуть состав, совсем чуть-чуть, моментиком таким вот. Не, если как бы никогда с этим не сталкивались, с этими продуктами, то как бы не поймете. А если вот годами пользовались, то заметно. Короче, они сейчас по 286 рублей, кажется, крем. Вот что вот этот 50 мл, что 100 мл крем для рук, для очень сухой кожи рук. Конечно, есть разница, но раньше он реально выглядел очень дорого по сравнению с другими кремами и продуктами Гринмамы. В принципе, сейчас вот как бы разницы нету. Хороший крем, советую. Так, у меня закончилась коробочка. Масло моей любимой фирмы, которая выпускает эфирные масла, которые продаются только в аптеках. Я просто больше нигде не видела. Это натуральные масла, лаванда, эфирное масло. Отличное эфирное масло. Не первый раз покупаю, можно сказать, повторяю. Использую в основном сейчас в аромалампе. А так я его использую, добавляю в домашнюю косметику, либо в мыло свое, вот из сосновой, когда делаю. Ну и еще несколько капелек капаю, когда грею воду, если у меня там нет какого-то конкретного отвара на волосы, то просто грею воду, капаю туда масло и как бы ароматизирую свои волосы, вот, допустим, лавандой. Тут совсем чуть-чуть осталось, но я это выкопаю потом. В общем, вот в такой коробочке стоило оно в этот раз 56 рублей без копеек, ну, грубо говоря, 56 рублей просто. И я его вот покупала где-то... Может быть, осенью в прошлом году, но вот что-то оно у меня очень быстро ушло, исключительно вот в аромалампу в этот раз. Очень классно, вообще советую эфирные масла от фирмы «Натуральные масла». У меня закончился минка такая, Мэри Кей. Мне в комментах писал человек, как это называется, но я совершенно забыла. Я думаю, кто увлекается духами Мэри Кей или вообще косметикой Мэри Кей, знаете, вот как он называется. Вот такой флакончик, тут желтенькие такие духи были. Они, кстати, сейчас на мне, тут еще малюсенькая капелюшка осталась. Очень классный аромат, внезапно вот на весну хорошо так пошел, на апрель, вот начало мая еще не случилось, но на апрель он пошел. В общем, вот. И еще у меня есть вот эта предпоследняя пустая баночка, которую я забыла взять, сейчас я ее возьму. Эти духи были из посылки от Лены Минстера Москва, та, которая смущается, когда рукоплещу ее подарку на мое день рождения. Ленка, не смущайся. Ну или Гаменносай, за то, что ты смущаешься. Блендер. Мулинекс, погружной. Короче, это тоже подарок от Лёли из Тюмени, это алоэ вера. Бальзам для губ из Таиланда. Я знаю, что ей кто-то его привез, и она вот вместо того, чтобы сама заюзать, решила подарить мне. За что и большое спасибо, очень классный бальзам для губ. У него срок годности закончился в начале апреля, но я что-то так посмотрела, я забыла, какого у него там срок годности. На попку я ему посмотрела дня через три после того, как срок закончился. У него эффект никакой, ну как бы не изменился ничего, вот так вот он сейчас выглядит. Я, наверное, думаю, его заюзаю до конца все-таки. Хотя я думала вот сегодня утром отправить его в пустые баночки на совсем. Ну, думаю, вроде срок годности закончился. Я подумала, что как бы это не еда, и может быть месяц он еще вполне себе может функционировать. К тому же он у меня как бы температурный режим у него нормальный был. Очень классный, слушайте, единственное, неудобно пальцем брать, я привыкла, как бы, вот, которые выдавливаются, да, вот эти обычные, ну, как помады, да, или кисточкой там сразу, или вот выкрутил и намазюкался. Но я его одно время, кисточка у меня была такая косметическая, наносила, а потом уже как-то забила и чисто пальчиком, и слушайте, очень удобно. Хорошо увлажняет. Иногда бывает, но у меня такое бывает от любого бальзама для губ, там вообще какой-нибудь гигиенички даже аптечной.
Когда вот ощущаешь бальзам на губах, тогда хочется его смыть, и я его смывала там или пенкой для умывания корейской, и вот там и фрошевской, или молочком для снятия макияжа от Гринмамы. Но по большей части такого ощущения нет, очень хороший. Я его наносила как так, вот сейчас вот как раз вот эта пандемия, все в масках ходят или без масок, или типа того. И как бы просто вышел на улицу, прогулялся, когда народу нету, никто тебя не видит. Наносила на губы на улицу, иногда наносила дома, когда ощущение такой сухости было. Часто наносила под какую-нибудь помаду, сейчас не нанесла. Забыла. Но он у меня был на губах перед тем, как я вот на улицу вышла. Очень классно, хорошо увлажняет, хорошо питает. Никаких-то там странных, неприятных запахов нет. Приятный и на вкус, и на цвет, скажем так. Ну, вообще, как бы алоэ само по себе, вот если отрезали там от алоэ веточку, и оно, честно, оно пахнет не очень, на любителя. То алоэ, который гель, вот у него нет такого запаха, оно уже, видать, прошло там какую-то обработку. Тут тоже нет никакого такого неприятного запаха алоэ, так что это круто. Но фишка в чем, что вот может быть это только я ощущаю, что у алоэ какой-то запах такой специфический. И еще я знаю, что такие бальзамчики иногда бывают на кассе по 77 рублей в фикс-прайсе. Это я не говорю, что оно, допустим, сделано в Рашке или еще что-то. Я сравнивала там один в один, вот из Таиланда, в принципе, есть же какие-то корейская косметика, японская косметика производства в фиксе. В общем, если вдруг увидите фиксе на кассе, то берите, очень хороший бальзамчик. Спасибо тебе, Лёлечка, еще раз за подарок. И, короче, всем спасибо за просмотр. Это были все мои пустые баночки. И всем пока!